Доброе утро, дорогие друзья! С вами снова фирма Петерсон и я, Эдуард Петер. Давайте мы сегодня займемся стеклом. Причем стеклом непростым, радужным. Вот я тиснул прямо из туториала образец. И теперь сделаем следующее изображение. Посмотрим. Ну, конечно, маленькое оно слишком. Но нам-то что? Мы сейчас с вами сделаем минимум 1024. Окей. Так, можем даже 2000 сделать. Позволяет. Посяжу будет. Если какие-то проблемы возникнут, у нас есть замечательный шумодавчик. Смотрим. Да никаких особых проблем нет. Сейчас мы его фильтр. Сначала скажем топаз. Изображение соединим. Так. Все, и теперь пойдем в фильтр. Что это такое? Вот это что-то странное. Так, ну это ладно. Так, окей. Ну, сейчас это посчитает. Можно было самому нарисовать, но во время обучения мне это лень делать. И хочется получить точно такой же эффект, как у автора этого туторчика, поэтому я предпочитаю лучше тиснуть. Есть, да? Ну и все. Если вот тут какие-то есть еще это, то есть еще возможность. Фильтр. А, так. Где у нас размытие? Умное размытие не надо, нам надо размытие в движении. Вот оно. Все. Мы подготовили себе текстурку. Ну, теперь пойдемте, что на то пошло. Так, сейчас, секундочку, тут оно наделало каких-то делов непонятных, мультиков. Нам это не нужно, ничего близко. Все. Сохраняем. Сохранить как текстуру мне нужна. Текстурка. Вот у меня текстура. Так. Радуга, да? Ну, не поезды, только нам надо. Нам надо. Где тут JPEG? Да. Пойдем. Все. Так.
Так, ну тут мы с вами соорудим какую-нибудь вазочку. В этот раз без каких-то наворотов новых, а просто из полигонов, потому что у меня есть к этому некоторые желания. Так, то есть мы возьмем сейчас с вами мышь, попробуем вытянуть из него вазу, да, из цилиндра. Взяли цилиндр. Так, сколько там их? 32, я думаю, достаточно. Так, а теперь начнем делать следующее. Edit мод. Выделим. И начнем ее таким образом. Так. Ну так вот особо заворачиваться-то мы не будем, потому что главное это текстура в этом случае. Фейс, да? Так. У меня есть такое желание. Так, что-то здесь вытянуть такое. Сейчас мы это подвинем. G. О, E. Еще раз E. Ой. Ну, скажем, E по Z. Z. Вот так. Так. И подождите, не так немножко. Так, по зерту. Так, теперь Е. А ну, во-первых, надо отодвинуть S. Теперь еще раз. Давайте сбоку посмотрим. Тянем, потянем. Ну еще. И. С по X. Ну, такие какие-то нам надо сделать лепесточки. Так, и здесь вот можем сейчас с вами создать такую полностью. Напоминающие цветочки, да? Ну и заодно еще тут через перепады вершин. Так, ну, вроде как удовлетворительно. Далее здесь начнем поправлять. Так, сначала мы сделаем следующее. Мы вот это увеличим, конечно, слишком маленько получилось. Плафон какой-то вместо вас. Потянем вниз сначала. Вот такую сделаем вас. Так, потом чуть-чуть разделим, это слишком мало. Так, ну а теперь здесь уже
беспросветно. Нет. Вот так. Делаем контур. И делаем три штуки. Вот так. Так, далее выделяем сначала эту. Вниз. Мы еще упражняемся в том, чтобы сделать как можно плавнее. Так. А здесь надо контроллер серьезно сделать. Что так будет достаточно. Теперь вот здесь еще сделаем следующее вот так и Е продолжим сюда. Ну вот так. Вот. Вроде бы как круга. Так, теперь вот интересно, как будет происходить этот. Нет, тут еще одна есть идейка. То есть, если я сейчас сделаю Ctrl-R здесь и подведу к самому концу. Вот так. А, да. Угу. Здесь тоже Ctrl-R. Вот так. Здесь Ctrl-R. Секундочку. Ctrl-R. Видим. Так. Здесь Ctrl-R. Потянем чуть-чуть. Все, да? Ага. А далее проще. Возьмем вот этот. И скажем Е. Нет, не так.
Хотя, может быть, и так, кто ее знает. Кто не знает, если хаотично будет, то и неплохо. Это все-таки цветок. Так, смотрим сбоку, берем Е, поднимаем. И сдвигаем. Так. И поднимаем. Здесь. И поднимаем. И сдвигаем. Ну и дальше еще тоже здесь можем повыделываться. Берем вот эти ребра, начинаем их опускать, поднимать. Ой, ну ладно, пускай будет так. Здесь пытаемся создать разнообразие, так сказать. Надеюсь, что будет красиво. Ну, там можно дальше упражняться, ребят. Но ведь этому нет. Так, Е. И С. Предела, да? Предела нет, естественно. Так, и сейчас еще раз Е. И С. То же самое здесь. Е. И С. Последнее. Ну, достаточно закривили, да, мне кажется, уже. Здесь что-то не то. Все вот так. Ну и теперь надо нам солидности добавить. Это у нас вот этот модификатор. Вот он. И смотрим, где будем добавлять. Снаружи или снутри. Я думаю, снутри будет лучше. Чтобы лепесточки здесь были. Так, и вот эти ребра, вот это надо, чтобы втянуть внутрь. Немножко вот так. Ну, посмотрим, что у нас получится, да? После того, как мы скажем еще subdivision.
это то, что нужно. Здесь единственное, что поправим. Мне кажется, получилось то, что я хотел. Теперь зависит от того, как я ее смогу раскрасить, то есть стеклянный. Так, если мы скажем, что у нас здесь 3, 1, 2, 3, так, мы видим, что именно то, что хотелось. Это вообще поразительно, что у меня с первого раза так это все складно получилось. Так. Subdivision мы не будем делать, а вот сделаем здесь smooth. Единственное, что вот это место какое-то у меня получилось такое очень острое. Но это ладно. Факт то, что мы это сделаем. Следующее видео будет интересным. Будем ее цветами радуги раскрашивать. Ух, это интересно.